Дорогие друзья, подписчики, зрители и просто братья Финити. Вы на канале Илья Лего Про. С вами, как всегда, я Лего Про. Сегодня у нас уличный влог, я в лесу, да. Воздух шикарный, я в лесу. Смотрите, я не сам тут, я с Лего. Да, я сегодня покажу, как можно для вот такой рубрика для детей, может, не рубрика, а серия для детей, когда я расскажу, как можно занять, например, ребенка на улице, да. Ну, в принципе, поиграть надо. Я вот сейчас тоже поиграю. Так, в детство окунусь, да. Ну что ж, поехали. Там люди идут. Ладно, вот, например, я взял три фигурки. Скелет, например. Не знаю, воин. И Бэтмен. Чего бы нет Бэтмена? Кстати, эту фигурку, помните, мы сами сделали вот эту. На субботе мы еще стримили, да. Мотоцикл весь в песке, мои сестры играли. Ну, понятно, сестры проиграли, так вот мотоцикл весь в песке. Это тоже. Ну, сестры поиграли, на две сестры есть. Так, вот я, да, все хорошо видно. Ну, например, типа, на Бэтмена напали армия скелетов. То давайте такую мини-историю вам расскажу, да. На Бэтмена напали скелеты. Он такой убегает, не знает уже. Устал скелет где-то вот тут в песке был. Вот, чтобы вы видели. Там мотоцикл. Исследователь, наш ковбой, тоже догоняется за скелетом, потому что, как бы, ему для реликвии надо. Это... А Бэтмен сам убегает от скелета. А видели Бэтмена? Бэтмен нашел мотоцикл этот, сел до него и поехал, да. Значит, довольно интересная игра такая выходит. Сел и поехал, да. Ну, на мотоцикле вот он едет. И типа Бэтмен не справился с управлением, и что-то ужасное произошло. Нет! Вот зарылся весь в земле, да. Ну, потом выходят скелеты. Где-то там далеко с этим бегает, мы их отложим пока, ну где-то там далеко они бегают. Тот скелет, может, это вот скелет, поймал Бэтмен, вышел, ах, такой говорит, я не знаю, что теперь делать. Он попробовал его вытащить. Бэтмена, сами знаете, какие мускулы, вот он, мускулистый мужчина такой, да. Ну, взял и начал вытаскивать. Когда он вытащил ближе к дороге, то есть сюда. Вот, это как бы у нас такая трасса будет. Грязная лесная дорога. Ну, обычная лесная дорога, да. На бортике. Так Бэтмен думает, заведись давай. И не заводится. А в двигатель, типа, забился у мотоцикла песок. Он его думает, ну, надо первым делом выбить песок. Ну, вы потрусили сами по себе песок. Бэтмен сам не будет выбивать же его. Да, и достает. Ну, завелся двигатель. И вдруг выбегает этот охотник. Стоять! И они так лицо к лицу. Что типа Бэтмен же украл у него мотоцикл. Так охотник такой, типа, что? Блин, простите. Ну, вот такая выходит схватка у них. Бэтмен на своем мотоцикле и охотник. Да, охотник готов стрелять уже Бэтмена, да. Но не знает, что происходит. И вдруг на лету Бэтмен его атакует. Он же не знает ничего про Бэтмена. Бэтмен летает и у них начинается схватка. У этого вылетает оружие на центр поля. Вот. У нас что-то петарду там взорвали. На центр поля, да. И выходит такая сценка, да. Что типа охотник стоит с Бэтменом. И посредине где-то у них оружие там лежит. Оружие вы не видите, вот оно лежит. Ствол коп повернул. Начинается буря какая-то. Или облом. Бэтмены атакуют его. Начинается дикая схватка, да. Между ними. Потом, когда, например, Бэтмена поборол, охотник у нас был с древними всякими способами, например, и кинул в Бэтмена палку какую-то. Там, не знаю, лежала палка, вот. Кинул Бэтмен на нее. И такой говорит, все, тебе конец. А Бэтмен говорит, стой. Знаете, Бэтмен такой недобрый мужчина, и начинается, он сел быстро, когда с мотоцикла, говорит, давай, заводись, ржавая, раз, два, три, и поехал. Ну вот, например, Бэтмен едет, а охотник бежит за ним, да. Ну и как-то так, потом они уже поняли. И выходит скелет навстречу Бэтмену. Чего бы и нет, скелет навстречу Бэтмену, а Бэтмен такой... Сносит его с пути, корона выпадает прямо ему. И
все закончилось хорошо, замечательно. Ну, как вы сами понимаете, все хорошо, да. Ну, я вам такой показал пару сценок в песке, вот. Да. С грязными игрушками. Да, ну, игрушки хорошие, да. Такое, показал мини-применение лего для детей. Да, вот, например, лего сюда положу сейчас. Да, ну и будем заканчивать это видео. Если вам понравился этот ролик, поддержите его лайком, комментарием. Ну, такой была лесная прогулка, так и назовем это видео. Всем удачи и пока-пока. До скорых встреч. Шапка скосилась. Пока.